Всем привет, с вами Илья, и сегодня мы приготовим картошечку с грибами и сыром. Для приготовления нам понадобится 5 картофелин, 200 грамм сметаны, 5-7 шампиньонов, 100 грамм сыра и 2 зубчика чеснока. Нарежем шампиньоны. Натрем сыр. Режем картофель. Пополам. Еще раз пополам. Вообще не режется. Вот тут даже след от ножа, видимо, остался. Thank you.
Очистим чеснок. Мелко нарежем или натрем чеснок. Теперь положим все нарезанное в жаропрочную форму и добавим сметану. Добавим пару щепоток соли. Перемешаем. Отправим в духовку, разогретую до 200 градусов. На золотистую корочку уйдет примерно час или час 20 минут. Вкуснейшая картошечка с грибами и сыром готова. Приятного аппетита, друзья! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока!